пожалуйста. .85-32 его лучший результат. Ну, уберет ли он сейчас эти баллы здесь, посмотрим. Да, Карл Шабановский, музыка «Exodus». Верно, есть луп, чисто. А вот тройная неудача. А вот тройной луп, каскад исполнен здорово. Ну что, не обошли ошибки этого молодого талантливого фигуриста. 11-й был чемпионат мира в 2012 году. Дэвид Вилсон и, вот интересно, Марина Зуева. Я Федор Андреев, сын Марины Зуевой, выступает как хореограф этого фигуриста. Напоминаю, Набуо Сато и Камико Сато тренируют его. А вот только какие-то Казука, папа, его выступал на Олимпийских играх в 1968 году, уже на катании. А мама, тоже бывшая фигуристка, она тренирует танцоров. Так что такая вот спортивная фигурная семья у этого фигуриста. Чистый прыжок абсолютно, и тройной тоже чистый второй прыжок. Да, вот здесь, видите, сошел с ребра под большим наклоном, выезд здесь не держался и будет за это, конечно, наказан судьями. Ну, смотри, третий фигурист выступал совершенно разнообразный, у всех абсолютно разные хореографии, разные постановки, свой творческий будет быть характер. Все понятно,
историки. Да, действительно интересные соревнования. Четыре японские подряд фигуристы выступают на этом турнире среди мужского одиночного катания. Но кто-то из них должен быть точно зайти на пьедестал чего-то. Вот, а сколько их там, один, два, три фигуриста, это зависит, конечно, от финальных соревнований, произвольной программе. Но хотя короткая программа тоже может уже что-то и показать, распределение. Распределение мест занятых спортсменами. Ну что, японские болельщики в ожидании баллов, которые получат 86-39. Улучшает даже свой результат. На несколько сотых улучшает свой результат. Хотя, допустим, одна ошибка.